Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами проходить Асфальт 9 Легенды. И вот у нас настала наконец-то вторая глава, 11 сезон. И начнем. Так, рекомендуемый ранг 1032. У нас 1255. Понеслась. Первый этап Каир, остров Гизира. 30, то есть маленькая карта. Ну, сейчас с вами попробуем пройти ее, естественно. Продвижка.
только один косяк. Батарейка у тебя будет. Мы не успеем пройти. Или еще один, еще чуть-чуть взяли. Четвертый этап 11 сезона «Возвращение короля». Выиграть гонку нужно. 30, то есть совсем маленькая карта. Сейчас постараемся быстренько выиграть ее. Почему я все время на последнем месте, не понял. Без каких-либо, так сказать, трудностей мы прошли четвертый этап. Сразу переносимся к пятому. Может, батарейки осталось всего чуть-чуть, но мы успеем. Так, сразу переходим к пятому этапу. У нас осталось как раз два. Потом сразу поставим на заправку. Пятый. Каир, подземный бросок. Выиграть гонку трюков 5. 60. Рекомендуемый ранг 1119-1200. Так что, думаю, сможем сделать это. 5 трюков, то есть это привороты, бочки и все остальное. Yeah.
ну, 51 тысяча у нас как-то нормально, мы сможем еще апгрейдить какую-нибудь машину. Ну, на этом мы пока с вами заканчиваем этот ролик, потому что батарейка у меня заканчивается, и надо перекур сделать. Так, сейчас мы ее поставим на заправку сразу. 15 минут, отлично. Пойдем пока на зарядку поставим. Так. Новый этап. Здесь. О! Забираем. 10 тысяч. Вообще классно. Следующий будет набор карт. 2 штуки, да? 1500. А сейчас у нас сколько уже? 939 я уже набрал. Это очень хорошо. Так, ладненько. Тогда мы на этом заканчиваем. Вступайте в клан, будем вместе гонять, играть, собирать всякие вкусняшки. Конечно, тут много еще чего, но все равно. Все, до новых встреч, пока-пока.